Всем привет! Приобрели в Розетке вот такой набор пластилина, который называется вот что-то тут Moonlight Clay. И у нас этот пластилин вот обладает такими свойствами. Стрибая, слепый, играет эластичный, приемный на дотык. Так, и должно быть 105 вот этих пакетиков. Штук 6 грамм. По 6 грамм. Каждый для детей от 3 лет. Набір. Что-то написано, набір. Набір легкого стрибаючого пластиліну. Это что, тим? А ну, это называется вот название этой торговой марки. Что такое? На английском языке. И тут что-то такое. Розвиває дрібну моторику, мабуть. Моторику. Застигає протягом 12 годин, да? То есть, когда его слепить, вот когда его слепишь, и фигурку, допустим, и через 12 часов она уже засохнет, и можно ею играть. Вот так, поняли. Текс, крикс, пекс, фекс. О, вываливаем. Вот это кучка. Она пахнет. Это... У меня чем-то другим. Или одним. Они чем? Каждый своим запахом пахнет, наверное. Очень интересно. Да. Вот этим каким-то ягодным пахнет. И вот он такой какой-то структуры. Серый какой-то шоколадный. Тут да? Такими точечками. Я думала серый. Асфальтом серым. А вот желтый. О, каким-то. Черный, это... черный прям мягкий какой-то стал. Может быть, здесь этот пакетик порвался, не знаю. В общем, целая куча разных пластилинов. Ну, давай, посмотрим, сколько какого. Сейчас мы разложим по цветам, покажем, сколько каких цветов. Мы разложили по цветам. Богатство. Все, да. И у нас получилось... 105 штук. 105 ровно. Вот очень много вот этих цветов по 6. И самое меньше. Самое меньше вот такой. Две штучки. И серый потом. Серенький 3. И вот такой 4 штучки. Остальные все по 6 цветов. Мне больше нравится вот этот вот. Очень и голубой. Яркий, да? Голубой. Тут они тоже. Все такие красивые. Но вот этот он такой яркий, прям как. Да, красивый. Вот они имеют какую-то структуру, такую пузырчатую. Да, ну, знаю, а черный какой-то... Ну, а черный вот другой структуры, он какой-то да, такой... Блинчик, в общем. Блинчик. Тут они воздух, типа... Да, там воздух, а тут что-то безвоздушное пространство. Даже какой-то этот цвет. Такой неоновый. Ну, сейчас кого-нибудь залепим. Мы взяли желтый. Он пахнет приятно. Начинал пахнуть приятно, по крайней мере. Вот этот зеленый, а он зеленый, очень жидкий. Не зеленый жидкий такой. Он. Структура у него, да, немножко пожиже. И он пахнет каким-то этим нашатырем. В общем, кому-то, если станет плохо, вот зеленым цветом приводить в себя можно. Сейчас слепим что-нибудь. Мы еще забыли показать, как они прыгают. Даже вот не застывшие, они скачут. Ну, зачем ты на пол кидаешь? Вот. Запчасти сыпятся. С пола поднялся. Ну, он чистенький. Скачут хорошо. А вот, когда застынут... О, я все, я... Скакать. Но не такой приятной структуры. Вот шарик это сделаешь. Такой невесомый. Во. Совсем веса нет. Играть. Да, можно вот так вот скакать. Ну, сейчас еще что-нибудь сделаем. Мы слепили. Модель какую-то. Коронавирус. Коронавируса. Непонятного. Ну, в общем, он злобно смеется. Ну, пластилинчик приятный. Ну, тут хора блинов растет. И работать с ним так, тоже приятно.
Мягонький такой. Я наделала гору блинов. Вот, блинчики уже испеклись, пожалуйста. Сырые, наверное. Они какой-то у них цвет. Красивые блинчики. Да. Очень, блинчик поплыл. Очень, очень нравится такой пластилин. Он вообще... Не знаю даже, как его охарактеризовать. Красота, в общем. Я сейчас делаю целую башню. Да, тут можно наделать очень много разных фигурок. Рекомендуем покупать. Детям будет чем заняться. Целое царство всех цветов. Вот разные фигурки. Через 12 часов пластилин высыхает и становится еще невесомее. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Циклоп. Только он что-то не стоит. Рекомендуем к покупке. До побачення.